Пандемия коронавируса постепенно идет на спад, но продолжать профилактическую санобработку в многоквартирных домах все так же необходимо. Одинцовские партийцы держат на контроле качество дезинфекции подъездов. На днях депутаты окружного совета от «Единой России» Павел Чемурлиев и Лариса Бархатова проинспектировали ход работ в подъездах трех домов на улице Говорова в Одинцове. Проверка качества дезинфекции мест общего пользования проводится в рамках реализации проектов «Народный контроль» и «Здоровое будущее».